Телекомпания «ВИД» представляет. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в программу «Угадай мелодию». Отечественные и зарубежные хиты, великолепный оркестр, горячая поддержка зала, все это присутствует в нашем шоу. У нас нет только одного неизвестных мелодий. Любую мелодию рано или поздно можно вспомнить. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеренко. Вот и наши участники, главные герои сегодняшней программы. Веселее, веселее, бодрее, занимаем свои игровые места. Шоу уже стартовало, и вы его главные герои. Добрый день, уважаемые участники. Ну как, мы волнуемся? Переживаем? Но сейчас желание победить и запомниться миллионам телезрителей победит волнение и переживание, и вы расцветете во всей своей красе. Давайте я познакомлю вас с нашей телеаудиторией. Участница под номером один Галина Лыкина. Астролог верит в то, что предсказывают звезды. Сегодня тот самый день, в которой все получится. Участник под номером два Сергей Сафонов. Работает слесарем. Сослуживцы говорят, что у него золотые руки. Все, за что он не возьмется, делает на отлично, с песней и улыбкой. И третья участница нашей программы Марина Безбородова. Домохозяйка, умеет очень хорошо готовить, причем не используя никаких рецептов. Все делает на глазок по ощущениям. Уважаемые участники, вдохните глубоко. Выдохните. Переходим к водным процедурам. Галина, вы участница под номером один. Выбирайте. Дорогая моя Москва, маэстро, застолье, я слушаю радио. Дорогая моя Москва. Песни о нашей столице. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? 1, 2, 3, 4. Что подсказывают звезды? Решайтесь. Галина. 4. 4. Точно? Точно. Замечательно. Цена этой ноты 750 рублей. Слушаем музыку. Слушаю вас, Марина. Все стало вокруг каким-то. Вот слово там... «стало» есть. А вот все стало вокруг голубым и зеленым. Да, да, этого голубым нету. И зеленым. Итак, «стало». Ту-ту-ту, «стало». Раз, вот это два. Вот помню, все стало Москва, вокруг. Ты еще прекрасней стала. А, я пою о Москве, так называлась эта мелодия. Вы ее не угадали, ничего страшного. Такое бывает в первом туре. Раз, ошибка, хопа, ничего страшного. Две мелодии, вы отдохнете. Будете набираться опыта, глядя на игру соперников, и потом блеснете во всей своей красе. Сергей, выбирайте, прошу. Маэстро, ну, Раймонд Паулс. Нота? Первая нота. Вперед. Да, Сергей. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, засчитано! 1500 рублей ваши. Отлично. Начало положено. Вторая нота. А, сейчас, Марина, еще одна мелодия, потерпите. Вторая нота в категории маэстро, слушаем. Маэстро песня. Маэстро, так как называется категория. Совершенно верно. Вы хотя бы на миг забудьте об оркестре. Мы встречаем аплодисментами Марину, которая появляется при светлой очи всех телезрителей, потому что она в игре. Сергей, выбирайте. Третья нота. Нота 3, категория маэстро. Маэстро. Да, Сергей. Синий лен. Синий лен. Блистательный ответ. Вау. Я очень часто говорю такую фразу, когда один из игроков захватывает монополию на угадывание. А скоро у Сергея закончится козырная категория, потому что там осталась всего одна мелодия. Будете выбирать? Четвертая. Четвертая мелодия. Слушаем. Галина. Иду я на Пикадилли. А, только не иду я. Я вышла, я вышла на Пикадилли. Да, 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 да. Это ответ. Прекрасно. Все четыре мелодии в категории «Маэстро» разгадано. Это очень хорошо. Знаете мелодии моего земляка. Выбирайте. Галин, прошу. «Застолье». «Застолье». Прекрасная категория. Нота! Вторая. Эх, гульнем. Слушаем. Сергей. Сулико. Сулико, да. Галин, а я должна нажать? Да. А вы не знали правил. Друзья мои, чудовищная, чудовищная неосведомленность. Я Сулико знаю. А, нет, на самом деле... Во-первых, вы знали, вы нажимали кнопку. Я видел, Сергей просто вас опередил. Прошу, Сергей, выбирайте. Так, первая нота «Застолье». «Застолье», нота номер один.
Галина, вы были первой. Программа не называется «Напой мотив». Сиреневый судак. Сиреневый судак? Туман. А судак тоже, кстати, интересно. Нет, сиреневый туман, надо ли это проливать. Защита! Есть! Марина, как вы себя там чувствуете? Уже боюсь пока ошибиться. Сложновато, да, составить конкуренцию? Да нет, зрительские аплодисменты, поверьте, это панацея. Аплодисменты Марине. Средство, которое излечивает все проблемы. Галина, прошу. Застолье. Застолье. Гуляем по-прежнему. А третье. Что там грустить? Нота номер три. Поехали. А. Стоп. Секунду. А вдруг не вы первые нажали на кнопку, а? Может быть, это Сергей или Марина? Ну, а, да, вы нажали первые. Отвечайте. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке бежит. Великолепное пение! Отлично! И правильный ответ. Уважаемые участники, вот эта прекрасная песня, которую Галина нам исполнила под аплодисменты всех зрителей, ознаменовала окончание первого тура. Галина, Сергей, все замечательно. Мариночка, ну вы сделаете выводы. Вы же вернетесь во второй тур, и там вы блеснете. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу взойдите на подиум, уважаемые игроки. Итак, Сергей сразу взял с места в карьер. Галина чуточку подождала и тоже стала его догонять. Марина, я думаю, тоже возьмет свое во втором туре. Давайте дадим знак нашим участникам, чтобы скорее возвращались. Своими аплодисментами, криками «Браво!» Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Продолжаем. Марина, еще раз хочу обратиться к вам. Сказать себе, я самая улыбающаяся, музыкально эрудированная и готовая к борьбе на этой площадке. И все получится. Лидером по итогам первого тура является Сергей. Сергей, выбирайте. О, Алла, музыкальная копель, бессонница, любовный треугольник. Музыкальная копель. Музыкальная копель, музыка 60-х годов. 1500 стартовая. Слушаем. Да, Сергей. Как провожают пароходы. Совсем не так, как поезда. Да, верный ответ. Наверное, не буду Нострадамусом, если предскажу, что музыкальная копель. Музыкальная да? копель. Да, да, слушаем. Нострадамус. Сергей. Ландыши. Ландыши, ландыши, да. Защита на. Удобная песня, потому что, если не помните ландыши, можно спеть Карл Маркштадт, Карл Маркштадт. Сергей, музыкальный копель, да? Так точно. Слышь мелодию. Сергей. Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада, да. Сергей, музыкальный копель, да? Так точно. Слушаем. Да, Галина. На-на-на-на-на-на-на-на. Ой, текст забыл. Он спорный. Раз, да. Два. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове отличная погода. Две мелодии, к сожалению, вне игры. Знаешь, сказал, спорный остров Сахалин. У нас же японцы пытаются его оттянуть, а мы им фигу. Две мелодии вне игры. Галине аплодисменты. Марина выбирает. Попробуем ОАЛ. ОАЛ. Категория песенки известные. Главное, жмите на кнопку. Поехали. Да, да, Марина, есть! Есть! И разных судеб. Да. Ну, защиту вы как верный. Паромщик, да. Людей так много на земле и разных судеб. Просто Марина волнуется. Ей простительно. ОАЛ, остаемся в этой категории. Слушаем дальше. Сергей, у меня такое ощущение, что вы специально решили дать Марине поиграть. Ну что ж, тогда вообще уберите руки с желтой кнопки. Да, слушай. Орликина, защита! Над Галиной зажигается свет, мы ее встречаем аплодисментами. Добро пожаловать, Галина, больше не ошибайтесь. Марина сейчас выберет ОАЛА. Играйте в этой категории. Мариночка, я прав? Вы выбираете? Да. ОАЛА. Слушаем музыку. Да, Марина? Миллион алых роз. Защита нас!
Алин, ну известная мелодия. Давай. Я знаю миллион алых роз. Алла, Марина выиграет. О, Алла. Да? Продолжим. Слушаем. Сергей, да, но он дал вам поиграть, теперь отвечает. Две звезды, две светлых повести. Две звезды, две светлых повести своей любви, как неведомости. Есть. Могу предложить вам только бессонницу, либо любовный треугольник. Любовный треугольник. Любовный треугольник. Тут обязательно присутствует он, она, а дальше по вкусу. Либо еще один он, либо еще одна она. Слушаем. Марина. Огней так много. Золотых. А я люблю женатого. На улицах Саратова. Да, на парней улице так Саратова. Много холостых, а я люблю женатого. Засчитано! Уважаемые участники, на этом время второго тура подходит к концу. Марина, молодец, заиграли. Галина, вот вы, к сожалению, не смогли проявить себя с должной стороны. То, что вам, смею вас уверить, свойственно во втором туре. К сожалению, я должен сказать вам до свидания. Под аплодисменты всех зрителей мы прощаемся с Галиной. Спасибо большое еще раз. Всего вам доброго. Сергей и Марина, увидимся в третьем туре. Прошу взойти на подиум, уважаемые игроки. Марина молодец, разыгралась. Так держать нужно, взять себя в руки, сказать, я смогу. И тогда, конечно, все получается. Самый музыкальный из всех игровых. Продолжим нашу игру, встретим наших участников и насладимся перипетиями борьбы. Марина, Сергей, прошу вас, занимайте ваши игровые места. Играем дальше. Марина, хочу еще раз, что называется, отвесить комплимент. Взялись за ум, стали играть, и вот закономерный результат, оценка вашей игры. Вы в полуфинале, так же, как и Сергей, который сразу с первых тактов взял, что называется, быка за рога. Лидером по итогам первых двух туров является Сергей. Сергей, вы начинаете торги после моей подсказки. Подсказка очень прозрачная. Песня великого комбинатора идей. Прошу вас. Марина, я отгадаю эту мелодию 7 минут. Ну, я попробую 6. Попробуйте. Пробуйте. 6 нот. Песни великого комбинатора идей. Сейчас скажу. Белеет мой парус такой одинокий. На фоне на стальных фоне кораблей. Совершенно верно, да. Песня Остапа Бендера прозвучала, вы ее угадали. Правильно сделали, что стали торговаться, Сергей. Мне кажется, что вы где-то допустили тактическую ошибочку. Подсказка номер два. Песня о поиске возможности выразить чувства в музыкальном произведении. Марина, начинайте. Ну, я попробую 6. Так, Марина, я постараюсь угадать эту мелодию с 5 нот. Угадывай. Угадывай. Песня о поиске возможности выразить чувства в музыкальном произведении. 5 нот. Раз. Сергей, времени нет на размышления. Я и так, что называется, завесил паузу. 2. 3. Ответ. Я сочинил бы тебе песню. Вы знаете, такой песни, как мне кажется, нет. А где мне взять такую песню? И о любви, и о судьбе, чтобы никто не догадался, что эта песня о тебе. 2-0! Подсказка номер 3. Песня об уносящемся времени. Марина, прошу. Сергей, я попробую угадать... Это 7 минут. Я постараюсь 6 минут угадать эту песню. Угадывать. Угадывай. Песня об уносящемся времени. 6 нот. Когда мы были молодыми. Что ж вы торопитесь? А годы летят, наши годы как птицы летят. 3-0 в пользу Марины. Я не могу сказать, что никто не ожидал, что Марина выиграет, но что она выиграет с таким счетом. Для меня это лично большая неожиданность. Сергей, что-то подвело вас в третьем туре. Но хорошее настроение будет долго еще сопутствовать вам после того, как вы поучаствовали в нашей программе. Аплодисменты Сергею! Спасибо большое. Играли очень хорошо. Марина, увидимся в суперигре. Прошу взойти на подиум, уважаемые участники.
Да, действительно, итог третьего тура для меня был полной неожиданностью. Но 3-1, но 3-2, но 3-0. Молодец, Марина, собралась к финалу игры. И теперь ее путь уже в суперфинал. Финал нашей программы вступает в свои права. Самая, наверное, драматическая точка нашей игры. Но именно она приносит нашим игрокам славу победителей. Марина, поздравляю. Спасибо. Вы в финале. Вы победительница. 19 261 рубль. Уже неплохо. И это еще не предел. Марина домохозяйка. Когда она готовит на кухне, она никогда не пользуется рецептами. Она доверяет своей интуиции. Сегодня интуиция вас в очередной раз не подвела. Играете замечательно. Ярко, красиво, талантливо. Но, пожалуйста, возьмите больше денег, чем сумма, которая сейчас горит на вашем табло. Все мелодии, 30 секунд. Правила простые. Готовы? Да. Мы желаем удачи и победы нашей финалистке Марине Безбородовой! Вперед. Звездная страна. Кто тебя выдумал? Звездная страна. Маленький приз. Засчитано. Да. Дальше. Первая любовь. Да-да-да, года в звезды голубых. Такой снежинки льда. Снежинки, да, не повторяется, не повторяется, не повторяется, такое никогда. Есть! Ключевая фраза. Мелодия номер 3. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Третья мелодия, мы только что разгадали. Тишина. Четвертая. Кнопочка, знаю, время. Но пока, может, пропущу. Слова никак. Вы знаете, у вас не так много любовь времени. Любовь одна виновата. Любовь одна виновата, да, лишь любовь одна виновата, то-то и оно, то-то и оно. Итак, у вас в запасе 14 секунд. Мало. И 3 мелодии. Поехали. По долинам и по взгорьям. Шла дивизия вперед, совершенно верно. Да. Мелодия номер 6. Какое у меня двоякое. Давайте так. В запасе у вас 8 секунд. Да? Угу. Седьмое вы разгадаете, ну, я думаю, по первым аккордам. И мы вернемся к шестой. Идет? Ну, давайте попробуем. Или будете отвечать. Ну, вот у меня есть, я боюсь ошибиться. Вот мысли есть. Все вам говорят. Ну что вы в нем нашли, Марина? Ну вот я так и думаю. Он мне нравится, нравится, нравится. А он мне нравится, 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 да. Есть. Есть. Засчитано. Седьмая. Беловежская пуща. Заповедная. Белорусские песняры исполняют эту мелодию. Марина Безбородова выигрывает суперигру. Чистая победа. Аплодисменты. Я не верила. Тут верить нечего. Просто на самом деле в начале ритм игры был для вас чуточку быстрым. Вы его ловили, ловили, во втором туре стали играть. Чистая победа в третьем туре и абсолютная победа в суперигре. Красота! После такой игры, вы знаете, начинаешь даже сам себя хвалить и сам себе нравится. Марина Безбородова, прошу любить и жаловать. Дорогие друзья, и напоследок, конечно же, великая Беловежская пуща в исполнении белорусских песнеров. До новых встреч. Счастливо. Пока. Заповедная даль, цвет хрустальной зари,
свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забытый давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной.